Поэтому, видимо, мы с вами делаем круглый текст. Функция доступна и на бесплатном тарифе тоже. Определяемся с форматом нашей публикации. Можно выбрать историю. Я выберу пост в Инстаграм. Набираю пустой. Выбираю текст вот здесь внизу. Через кнопку «Править» его изменяю. Например, напишу «Солнечного настроения». Дальше мы выделяем текст и переходим во вкладку «Эффекты». Нам нужна вот эта вот вкладка «Изогнуть». Еще раз нажимаем. И нам с вами можно будет подрегулировать, видите, изгиб. Я пока ставлю так. Потому что я хочу немножко расширить интервалы между буквами. Вот, смотрите, видите? У нас получился круглый текст. Теперь мы можем добавить какой-нибудь фон в нашей публикации. Через вкладку «Вставка» можно добавить какой-нибудь элемент, если он нам нужен. И сохранить.